тело моих солдат, молодец! Разве ты не должен защищать своих подчиненных, Слоун? Только сильные могут постоять за себя. Я понял это на войне. Мы были недостойны победы. Мы превратили Канаду в ядерную пустошь. Этого было мало. Но, сынок, придут большие перемены. Это я тебе обещаю. Внимание! Очистка от мутагенных биотоксинов на подуровне 3. На подуровне 3. Омега просто клоун. Посмотри, Рекс! Кто тут клоун? А кто кибербог? Скажи-ка, Рекс, с тех пор, как в себе моя боевая программа, этот голосок в твоей голове похож на твой? Или скорее на мой? Что ты несешь, Слоун? Ты, видно, напуган тем, что в тебе гораздо больше меня. Или тем, что я не объяснил тебе причину убийства, только извинился. Готово. Это мост к ядру реактора. Ну же! Они в системе охлаждения! Выпускайте гидрокол! Я заблокирую механизм управления и перезагружу эту крошку. Отключим Слоуну свет. Вы это уже говорили. Сидит при свечах. Ну ладно, почти готово, сержант. Внимание! Сильное электромагнитное воздействие. Ну, черт! Вам надо добраться до аварийного канала под водой. Помните, там киберакулы. Поиск. Задача. Отключить шунты под водой. Посадить 7 розовых кустов и снять предохранители. Найдите новый до полуночи. Полуночи. Thank you.
Задача выполнена. Идите к инженеру на белом коне. Есть! Осталось взломать систему и подобраться к ядру реактора. Внимание! Парковка сзади запрещена. Скрываю оболочку. Не дайте им меня Идите сюда, ведра с гайками. Сержант, но перегрузки нет, придется поработать. Вы должны ударить реактор. Задача – ударить ядерный реактор. Как тебе, Бенджинет? Док, я выбрался, но без Бенджи. Мне жаль, Рекс. Бенджи был славным парнем. Док, он был настоящим героем Америки. Не забывайте мыть руки после туалета. Вы обмениваетесь рукопожатиями со всеми своими знакомыми, в том числе и со своей матерью. Вы ведь не захотите, чтобы кто-то ее трогал. Мойте руки. Рекс, тебя не сильно задело импульсом? Все путем, Док. Мне любые трудности по плечу. Не знаю, Рекс. В «Рыцаре молота и волшебства» ты бы мне продул. О, Док, компьютерные игры? Да, Рекс. Подобные игры – известный способ борьбы со стрессом. Они развивают зрительно-моторные функции и интеллект. Не говоря о социализации и улучшении самооценки. А связь видеоигр с агрессией никак не доказана. Короче, те, кто считают игры вредными – просто мудаки. Эй, полегче, Док. Мудак, Рекс, это ментально ущемленный, достоверно асоциальный кретин. Акроним такой. Но игры, пожалуй, кончились, да? Thank you.
Собрал одно дерьмо, открыл другое дерьмо, получил третье дерьмо. Круто. Людей много, времени мало.
Гордись, тебя подстрелил Рекс. Чему о смелости меня ролевые игры научили?
Поделим по-братски. А мне уже начинает нравиться. Ублюдок. Получена новая задача. Чтобы продолжить, уничтожьте противника. Счета сделано. Кис-кис. Спокойной ночи.
Кто жива? Алена, я по нему его напоминаю, да? Просто классика.